ФСБ России по Саратовской области совместно с УФСБ России по Пензенской области пресечен канал незаконной миграции на территории Российской Федерации. В результате реализованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель Саратовской области 1992 года рождения и житель города Пензы 1985 года рождения, а также гражданин иностранного государства, действуя в составе группы, организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам и их незаконное пребывание путем подачи ходатайств о выдаче приглашений на въезд в Россию. Следственным отделом УФСБ России по Пензенской области в отношении указанных лиц возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом А, части 2, статьи 322 прим. 1 Уголовного кодекса России. Кировским районным судом города Саратова указанные лица признаны виновными в совершении инкриминируемого им преступления. Жителю Саратовской области назначено наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Иностранцу в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.